В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности на аллее трудовой славы «Газпромдобычи Ямбург» традиционно новые лица. 36 фотопортретов в Новом Уренгое, Ямбурге и Новозаполярном гордо украшают доску почета. Эти люди, благодаря многолетнему труду, знаниям и грамотному подходу к профессии, внесли свой вклад в развитие общества. Аллея славы появилась на 15-летний юбилей компании в 1999 году. За это время около 800 человек были удостоены такой наглядной формы поощрения. Стоит отметить, что состав заслуженных газодобытчиков обновляется ежегодно. Критерии отбора и процедура выдвижения, они описаны четко в стандарте награждения и поощрения, которые действуют в нашем обществе. Кандидатуры обязательно должны быть согласованы с заместителями генерального директора по направлениям деятельности, а также с лидерами профсоюзных организаций цеховых. И окончательный список на фотографирование, он утверждается генеральным директором.